Хочу сказать, я как-то в одном из своих видеообращений рассказывала, что послужило толчком к моей активной гражданской позиции, к тому, что я стала выступать открыто, выходить на пикеты, на митинги. Это, как всегда, было начало, конечно, заложено отношением правительства к нам. То, что оно отказалось от всяких социальных гарантий, от всяких обязательств перед своим народом. Ухудшилось качество моей жизни вследствие того, что после заявления правительства, что кризис в стране, мой работодатель, естественно, начал трансформацию, реорганизацию. Последовала мясорубка по сокращению, увольнениям, по аутсорсингам, трансформациям. И мне заявили, что я вообще не нужна теперь компании. Если даже и оставит меня, то только на ту зарплату, которую я сейчас, и чтобы я ни на что не рассчитывала. Когда я спросила, что теперь делать, значит, я делаю правильно, выходя на пикеты и на митинги, потому что мне больше негде заявить о своих правах. Мне сказали, ну выходите, выходите, это ваше право. Так что я хочу сказать, работодатели созрели. Они своих работников отправляют на митинги. Поэтому я не понимаю, почему людей сажают за призывы к митингам, если нас к этому призывают уже работодатели.